как делишь, крепчик? С фильм с крутым геймсом, с крутым в грин. И смотрю, я такой проверил на маркет, а там уже можно ее и обновить. То есть теперь Гренни версия 1.7.2. Ну пошли, пройдем ее, как обычно, там, не. То есть там полностью, грин, ну, фулл геймплей, не. То есть теперь у нас версия 1.7.2. Ясно? Не. Мишка. Увидели, там мишка был. Вот что нового. То есть там мишка может выглядеть. Прикольно, да? Прикольно, да. Первый день. Не знаю насчет Гренни на ПК. Не знаю. Я тоже хочу обновление, блин, на ПК, блин. Обновлять. То есть на телефоне обновили и заручу. Хотя, скорее всего, когда тут будет версия 1.8, здесь, скорее всего, и будет. Так, так. О, weapon key, все пошли. Окей. То есть, так, вот так вот делаешь, и вот так все. Это жжёт. Так, ну тут это осталось, как вы знаете. Вот она нам донатить не достанет. Так, пошли замораживать или пойдем. Во, все попал. Надо быстрее. Ну, арбузик. А чё они делают арбузик именно между ног? Чё они там не делают? Ну ладно, не важно. Сейчас не важно. Вот куда она девает всяких жертв. Но это не может быть то, что мы, типа, мы вторая его жертва. Скорее всего, она уже несколько лет как зомби, да? Ну, не знаю. Как бы, по идее, как бы мы уже не будем вторая жертва. Не знаю, какая по счёту. Какая разница? Просто если бы она всех трупов тогда уложила, которые съели, да, людей-то, да, то тогда было бы дофига. По-моему, тут какие-то ошибки, что ли, исправили, что ли. Да, то есть ошибки исправили, баги исправили, так что, возможно, в новой версии уже нельзя будет забакать бабку. Да. Так что да, но это одновременно и плохо, и хорошо. А, кстати, исправлена кое-какая ошибка. Нет. То есть, помните, я в прошлом видео по Гренни, там, где я убивал птицу, там, где она меня заебала уже, да, то эта ошибка была исправлена. То есть, когда может там сквозь этой доски проходить, да, то... Так вот, раз. То уже нельзя так просто пройти. Не. Я, кстати, пометил это видео, чтобы никто не крыл. Ясно. Сейчас почему кому-то не знаю. Не знаю, кто крадет мне видео. Вырезает голос. Тебе кому нужно? Пошли, короче. Я не знаю, что насчет PvZ2, потому что PvZ2, скорее всего, я не буду записывать. Чем не убедился. Чем, блин, моды на PvZ буду всякие там обозревать. Да. И у меня даже будет плейлист такой на канале. Моды PvZ. Именно PvZ. Не PvZ2, а PvZ. Потому что там... FPS будет больше намного. Особенно когда там маленькая игра, а график там еще больше. Ой. И также браузер нет. Ух ты ж как. Ой, тихо, бежим. Я же так-то играю на харде. Так, пошли молоток возьмем.
Ребята, мы отобьем. На этот раз сквозь уже нельзя. Нет. То есть, типа, версия не будет сразу. Я думаю, как бы обновляется версия 1.7 сначала, а потом версия 1.8 сразу же. Оказывается, сначала версия 1.7.2. Ну, походу, кое-какое обновление я уже пропустил. Обновление версии 1.7.1. 1.7.1. Нет. Найдем. Нет. Ты чё? Быстрее. Ну, всё такое дело. Так, всё, окей. Так, так, так. Бах. Всё. Так, это не тут. У меня просто моды уже нет. Моды кончают, скажем так. Есть, конечно, моды, но не на старой версии, понимаете? То есть нет модов на новой версии. Серьезно, давайте мод надо отдельно качать, это будет. Нет. То есть мод установлен не на саму игру, а там уже есть эта игра. О, бабушка. Старая бабушка. Ну, старая бабушка. Сразу короче. Старая. Бабушка. Ну, старая бабушка. Не. На, она сама уронила там. Вообще не чувствую, что она что-то уронила. Пошли ее заморозим. Или может... I don't see you. Понимаешь тебе? Ну, может, ее заморозим. А где она? Она наверху, скорее всего. Так. Бабочка-то там, да? Ну, там, да? Так. Сейчас он гранат на него попался. Так, закроем. Так, чтобы она сюда пришла. Ну, хотя бы идея она сама должна типа, уничтожиться, типа, я не знаю. Ну-ка. Все, она заморозилась. На, ты это видел? Нифига себе. Ну, пошли. Ну и убежали, все. А, дорогие друзья, ну, все, дорогие друзья, с вами были. Жизнь скотанов. Иди.